рождения, сынок. Сейчас, конечно, сегодня траурный день для меня, для всех нас, и для тебя, Сергей. Вот. Но он умудрился 14-го родиться, то есть вчера. Все-таки я поздравляю не как от себя, но от само собой. Я поздравляю всех нас. Это член нашей команды, один из главных. Один из самых главных. Вот. Я его заставил фотографироваться накануне. Он держится руками за поздний Филиппова. Вот. А, фотография, вот она, видите. Ну, как вам? Я ведь никогда в жизни не сказал, что это мое или еще что-то. Филиппе, он живой. Он чуть моложе меня. Но недавно жену схоронил. Он уникален. У нас таких вот, это на всю страну. И что вы думаете? Вот. Вот он, поздний Филиппова. Когда все зацвело, морозом убило, а он еще не думает цвести. А посмотрите, плоды какие, а? Как вам? Вот это, я говорю, Сережа, давай я тебе щелкну, как тот. Кот этот самый, как он забыл, как его фамилия кота из мультфильма. Давай я тебе щелкну. Вот и щелкнул. Поздравляю тебя. Я надеюсь, что это. Тебя не взяли в институт на бюджетное место. Вот, страна наша такая. Это я взял сейчас рюмку, бы вот так бы. Ну, другой пацанок сказал, Сережа, вот. Сказать тебе правду горькую. Ты стране не нужен. У тебя лучший сад в России. У тебя самые морозостойкие деревья. У тебя лучший питомник в стране, который не по количеству, по качеству, который зимует на морозе. У тебя не нарисованные фрукты. Вот, тебя не взяли на бюджетное место бесплатное. Агронома с дипломом на бюджетное место самое, сказали, гонима нету. А он весь в долгах. Вот. Никому в голову не пришло, что его взяли бы, и он бы с первого курса, если бы приезжал в Красноярск, ну, там, на сессию, то надо было делать так. Его бы учили теории, хотя чего ему можно научить уже, раз он это, дипломированный этот самый, колледж закончил. Он бы мог лекции читать вашим студентам. Эй, наука, ну, вы могли с ним подружиться. У вас же нет при университете, нет садов. Нету, нету. Они могли бы быть, отвели пол гектара, сказали, давай, Серега, так по-простому. На пол гектара, посади нам сад университетский. Мы выйдем на первое место в России, мы же все озолотимся. У нас у всех будут дипломы, у нас у всех будут диссертации, у нас у всех будут эти самые, мы будем кушать, даже жрать эти плоды неотравленные впервые. В Красноярске все это может и должно расти. Вот. А диплом, там, мы тебе будем ставить отметки 5-5-5-5-5. Мне железо в школе, я читал лекции в школе, мне учителя видят, что я какой-то неправильный. Константинович, вот тебе тема, иду в библиотеку. По географии, по истории, вот, по этим самым, по астрономии. Это же так интересно было увлечься астрономией и думать, где есть ли жизнь на Марсе. Вот. И так лекцию прочитать, что у всех моих одноклассников, у меня, ученика там 10 класса, глаза горели. Когда я рассказывал, что это, про Марс. Вот видите как. И как бы горели глаза у тех студентов, и как бы он, это самое, если бы его поручили, научить практическому садоводству. А? Эй, начальник. Вот видишь, сынок, с чем я тебя поздравил. Мама твоя переживает страшно. Для нее человек без диплома, без высшего образования, значит, у нее жизнь зря прожита. А у тебя питомник на морозе. Это ты сказал. Вот это я от имени вашего поздравляю. И впервые я от него услышал, не от себя, эту мысль. Там под землей грунтовые воды. У нас они в 6-7 метрах. Они страшные, они такие, что у нас люди ходят. Это лекция, извините. Я сейчас уже не про поздравление. Это лекция. Вот. У нас в Енисее вода мягкая, речная,
это талое, снег и так далее. Это дождь, все, что попадает в Енисей. И люди ходят с бочками туда, с ведрами, чтобы постирать белье. Вода настолько жесткая, что в ней белье стирать невозможно. И тогда мы с ним посовещались и решили, мы должны сказать людям, причем его слово первое, что феномен вот этот вот, вот эти вот роскошнейшие абрикосы, которые вы видите, вот они, роскошь, которая не может быть никогда, даже пробовать бы никто никогда не стал, даже в голову не пришло. Благодаря тому, что там под землей антифриз. И чем больше солей и минералов растворено в той подпочвенной воде, я колодец вырыл собственными руками. Вот этими ручками. Сам. И вот это все сейчас вот здесь, в кроне, за которой он держится. Ну. А его на бюджетное место не взяли, на бесплатное. Рылом не вышел ты, как и твой батя. Вот, какой-то металлург. Знаете, какие у меня клички? Сергей, ты тоже обрастешь этими кличками. Какой-то металлург, Наполеон. В плохом смысле слова Наполеон. Так, бред сивой кобылы, это тоже, считайте, звание. Ну, дальше не буду продолжать, ладно. Это наболело страшно, потому что тоже скоро уходить, а толку?